Дорогие друзья, всем добрый вечер. Сейчас у большинства моих зрителей нету Brawl Stars на своем гаджете, и вы не знаете, какую имбу разработчики создали в этой игре. А я сегодня вам ее покажу, я ее приобрету, и я буду сегодня с ней играть и просто всех нагибать. Это легендарка Леон. 12 декабря будет релиз Brawl Stars. Если до того момента не пофиксят этого персонажа, и если он будет у тебя на аккаунте, ты 100% будешь на нем нон-стопом играть. Я боюсь представить, что будет, если ты в ШД будешь играть тупо, вот все, точнее, будут играть Леоном. Это просто, ну, лютая имба, и у него самая лучшая способность, которая есть из всех здесь персонажей. Я задонатил гемы, чтобы специально купить его на видос, потому что его сейчас все хотят. Его сейчас, я не знаю, там фармят по 500 000 боксов, ой, по 500 000 боксов, чтобы открыть и выбить его, но он не падает никому, а я его могу вот купить в магазине, поэтому пользуюсь случаем. 549 гемов, новый боец Леон на моем аккаунте, поздравьте меня, ребятки! Я думаю, что большинство игроков, которые его себе хотят, мне сейчас завидуют. Ух ты, холдик, донатер херов. А я, да, я донатер, я сейчас его возьму и буду просто нагибать. Это самый быстрый юнит в игре. Это самый топовый юнит в игре с самой крутой способностью. Давайте, заходим в столкновение, одиночное, и нажимаем кнопочку играть. Даже первого уровня сейчас буду просто вот так, а-та-та, всех а-та-та. Надеюсь, надеюсь, конечно. Если, конечно же... Дело в том, что до этого не играл с ним, вот, и не особо смотрел видосы, но я знаю, что он делает, и чуть не умер, представляете? Самым первым бы умер, это было бы угарно. Ой-ой-ой, какая красивая анимация. Слушайте, ну, он, его имбовость заключается в том, что он, когда набьет ульту, он становится невидимым. И он может подойти абсолютно к любому персонажу. Слушайте, ну урон охрененный на первом уровне. Я вам серьезно говорю. Бля, так все быстро, четенько. Я не знаю, вот крутой перс. Очень нравится. Я прям не знаю. Я не могу. Просто тащусь от него. Так, я почти набил ульту. Хочу затестить ее. Так, дайте мне кого-нибудь. Вот его. Тихо. Ну да, конечно, здоровья у него маловато пока что. На первом уровне без баночек. Все, я набил ульту. Ну, пока что не... Бля. Тихо. Оп, уходим. Раз, и ушли. Смотрите, я тупо ушел. Блядь, попал. Гондон попал, как он по мне попал? Вот, смотрите, вот сейчас... Не-не-не, блин. У меня заканчивается ульта, что делать? Блин, я не воспользовался имбовостью его. Сейчас воспользуюсь. Подойди ко мне. Сдохни. Так. Тихо. Бля, как? Я думал, в инвизе урон мне не наносится. Ребятки, я немножечко поиграл, и... Ну, это просто безумие. Я просто какой-то рак, дно. Я не могу на имбовом персонаже вам показывать каточки, где я беру там топ-8, топ-5. Я должен взять топ-1 на этом персе. Единственное, что просто он первого уровня, он быстро умирает. То есть, надо чуть-чуть скилл подрубать, а не топорно как-то вот бежать и тупо собирать банки. Ну, я думаю, типа, мало кубков, ну, нубы играют, но... О. Видите, да, вот, блин, пару тычек по мне сделали и почти все, я отъехал. Но сейчас я хотя бы банок нафармил. У меня есть ульта. Чекайте. Оп, смотрите, я в ульте. В ульте она меня не видит. Она меня тупо не видит. Сейчас я подойду к ней. Поехали. Тупо. Ой-ой-ой. Я еще, короче, тормознул. Перестал бежать за ней и чуть не отъехал, опять же. Не, ульта тут однозначно имба. Однозначно имба, и это самый читерный персонаж на данный момент. Если его прокачать, я не знаю, это слишком жирно. Разработчикам надо его фиксить. Примат, как ты меня бесишь. Че он стоит? Лол. Ну ладно. Ну это... Мало кубков. Все, 8 банок. Так. То есть, кто еще не играет в Brawl Stars, может не в курсе, что когда ты стоишь в кустах, тебя соперники не видят. Кусты это, ну такое, как какой-то щит, бабл для тебя. Вот. И вот эта ульта, она как будто твои кусты только в любом месте. Ты вот создаешь и просто бегаешь как будто по кустам. Тебя соперники не видят. Подошел, кому тебе надо, да? Впритык. И все, и убил.
Ой. Ой-ой. Оп. И все, и он не знает, куда я бегу. Он тупо не знает. Смотрите, раз появляюсь и просто моментально его убиваю. Моментально. Чекайте, вот сейчас я остался один на один, да? Вот, меня сейчас Нита не видит. Смотрите, я раз в ульту ушел. Она меня не видит, смотрите. Оп, я подхожу и просто стычки ее уничтожаю. Ну, не стычки, но тем не менее, в спину. Крыс теперь будет очень много. Это нереально. Не надо тимиться с Леоном. Не надо тимиться с Леоном. Ладно, поехали дальше. Боже, какой он кайфовый, я не знаю. Ребят, сегодня, скорее всего, будет стримчатский по Brawl Stars. Я хочу насладиться этим персонажем на максимум. Просто на максимум. Даже кто не играет еще в Brawl Stars, придите. Просто вот реально 12 декабря будет релиз. Вы хоть немножко будете какие-то азы знать. Что интересно, расскажу, спрашивайте. Но, блин, это реально интересно. Это реально очень круто. Я жду уже 12 декабря, дабы уже и сундуки открывать. Там сколько у меня для вас видосов есть. Тихо. Тихо, тихо. Так. Что-то хороший ник у Шелли. Как его разрабы еще не забанили? Ух, как мощно играет Шелли. Давайте нагнем ее. Так. Прикольно играет Шелли. Так, динамайк опасен для нас. Нам надо тупо вот ульту набить и динамайка просто нагнем. Так. Так. Оп. И все, и ГГВП. ГГВП. О, бля. Офигеть просто. 200 хп осталось. Топ-1. Вот это я понимаю. Кстати, он тоже уже хотел в инвиз уходить. Блин, я тупо его на первом уровне могу проапать, наверное, на 300 кубков на изи. Ну, им особо, знаете, скилл не нужен играть... Ну, как скилл не нужен? То есть, конечно же, не надо бежать в упор там в самое мясо, да, в самый разгар вечеринки. Нужно кайтить, набивать ульту и просто в крысу там всех убивать. Вот. Так. И можно вообще не иметь там огромного урона, огромного количества хитпоинтов и реально его проапать. Все, минус бул. Ты че там? Тупо не я его забрал. А такой звук у него интересный. Блин, примат не даст мне забрать ящик. Окей, тогда я этот заберу быстренько. Все. Смотри, вот жадный примат. Тупо жадный примат. Не, он конченый. Тупо конченый. Выбил эти. И не забрал их. Бля, я тупо спалился. Видите, они все меня хотят убить. Потому что я имба. Все. Кольт, Мортис, Барли. Тупо все. Блин, я тупо спалился. Так, ну все. Минус кольт, наверное. Там Барли с ультой уже подходит. Все, GGVP. Так. Как он выжил? Вот гнида рандомная. Лакер. 42 хп. Я думаю, знаете, что надо сделать? Вот смотрите, их осталось двое, да? Я делаю так. Вот так. И все, и он меня не видит. Он даже не увидел, что я в кустах инвиз использовал. На нах, топ-1. То есть... Очень удобно эту ульту использовать именно в кустах, потому что соперник думает, что ты еще сидишь там, и не будет знать, что ты уже рядом из него. А когда ты уходишь в инвиз на его глазах, он понимает, что ты бежишь за ним, и он не будет, естественно, останавливаться. Офигеть, он тупо с инвиза, вы видели? Ну, блин, конечно, вряд ли я возьму топ-1. Теперь. Бля... Да ну понятно, понятно. У него больше банок было. Все, сейчас беру топ-1. Отвечаю, пацаны. Катка на топ-1 сейчас, смотрите. Все. Надеюсь, Леон не будет тоже на моей карте. Так охренеть, 9 банок, вы видели? А я как лох там с одной бегал. Не с одной, но у меня гораздо меньше было банок. Так, ладненько, сейчас. Ну он быстренький такой, чик-чик-чик. Так, ну там Нита, я не буду. Так. Чем больше сюрикенов залетает, тем... А, еще Тару он мне немножко напоминает.
Тару, Бо, Кольта. Короче, я не знаю, они смешали всех воедино. Он тоже Леончик бегает. Бля, я честно не хотел бы против него играть. Вообще, это очень читерно. Очень читерно. Очень. Да и урон у него не стыдный, смотрите, просто. О, давай, 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 отлично. А, на автоатаке просрал. Оп, в инвиз, чекайте, чекайте. Раз, раз, все. Изи. Он тупо ли он на автоатаке бежал. И вместо того, чтобы у меня шмалять, он в медведя закинул сюрикены. Вот они, автоатакеры. Low skill. Я сам автоатакер. Так, ну что, осталось 5 бойцов. У меня 7 банок, у меня скоро ульта. Вот сейчас я опять лезу. Зачем я сюда лезу? У них тут разборки, сами бы разобрались. Да не-не-не, брат, не-не-не. Все. Давай. До свидания. Ну что, топ-1. Смотрите. Оп. Чекайте. Тупо чекайте, он не видит меня. Он тупо меня не видит. Смотрите. Оп, нежданчик, да? Все, вот так вот с ним надо играть. Фух, ребят, честно, по кайфу. Очень по кайфу с ним было поиграть. Обязательно подписывайтесь на канал. По ссылке в описании, там будет стрим у меня сегодня. Приходите, буду его поднимать. 65 кубков за выпуск поднял. Зашибись, тупо зашибись. И еще один бокс открою. Все, ребят. Так, что это у меня? А, ящичек, давайте откроем. Надо теперь его выбить, чтобы прокачать. Подписывайтесь, ставьте лайки. И удачи. Обязательно подписывайтесь на Новый год. Сделаю розыгрыш. Большинство из вас получит его бесплатно. Пока.